каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнимы с вами. Всем привет. Сегодня с реакцией на пародию «Знакомьтесь, Боб». И называется она «Знакомьтесь, Лол». 3D-пародия на «Знакомьтесь, Боб». Окей. 3D-пародия. Давайте смотреть. Знакомьтесь, это судя лол. По обоям, он в России живет. И он делает то, чем должен заниматься 12-летний подросток. Самые безвкусные обои, боже мой. Боже мой, что за херня? Надо же, лол. А мне ты говорил, что делаешь уроки. Там лол. Про Фредди было. Неужели его что-то убило в самом начале серии? Противный мальчишка все делает на зло. Технический перерыв. Знакомьтесь, это лол. Ему 12 лет, и он идет гулять. На улицу. Лол, вылези из-за своего компьютера на улицу хоть раз за месяц. Там неплохо. Тлен и безысходность. Лол идет гулять. Вот это 3D-анимешное, я понимаю. Ого, не анимация ходьбы. Кайф. Поэтому я туда и не хожу. Заткнись, не мешай нам делать кассу. Вот, например, сейчас лол проходит мимо стройки. Но что это? Кажется, башенный кран готов обрушиться. Его вес 55 тонн, а скорость ветра, которая его роняет, 15 метров в секунду. Однако неизвестные ютуберы приделали к крану парус из прозрачной пленки, и теперь он упадет в любом случае. Беги, лол, беги. Класс. При падении крана с высоты 40 метров энергия, которая будет приложена к голове лола, равна больше, чем 20 тысячам килоджоулей, что равно 6 киловаттам в час или 10 лошадиным силам. Киловаттам. Если бы лол надел каску, она бы все равно его не спасла. Поэтому, если вы видите велосипедист в шлеме, смейтесь. Все равно ему не выжить при встрече с КАМАЗом, мощность которого равна 200 лошадиным силам, что в 20 раз больше мощности падающего крана. А тем временем наш лол получил краном по голове. К счастью, это всего лишь 3D-модель, поэтому я могу делать с ней все, что захочу. Лол, не дуйся. У меня тоже есть чувства. Только у нас 2,5 эпизода в одном. Так как класс. Лол невероятно глуп, он играет в классическую игру, популярную среди его собратьев. Он пытается перебежать перед трамваем максимально близко. Однако что-то идет не так, и лол падает. О нет! Пустой трамвай весит 17 тонн. Вы не поверите, но это трамвай. Что значит, что внутри идут 160 доков или 2 сумоиста. Тормозной путь полного трамвая со скоростью 88 миль в час до нуля составляет 200 сантиметров, поэтому лол должен выжить. Но, очевидно, лолу не повезло, и в трамвае ехало 160 сумоистов. Ставьте этому видео лайки, делитесь им со знакомыми трамваями. Боже мой, со знакомыми трамваями, блин, ребята. Сейчас, подождите, у меня трамвай просто, Коля, есть. Алло, Коля, Коля, там видос про тебя. Коля, смысл не звонить? Коля, ну я люблю тебя, Коля! Все понятно. Лишился очередного Коли, трамвая моего любимого. Это грустная нота, прошу вас заметить. Коля мне был как трамвай. Вам смешно, наверное, там, а вот мне нет. Ссылка, ребята, на видео, пародию на Лола в описании. Больше нет у меня знакомых трамваев, все из этого видео. Поэтому приходите и подписывайтесь на канал автора этого. И пишите ему в комментариях: «Мань, не потерял трамвай за тебя!» Хэштег «Верни трамвай Майни». Хэштег «Майни долбай». Хэштег «Майни классно». Хэштег «Майни аниме». Все, что угодно пишите. Мне так-то не все равно, но это будет прикольно. Я жду ваших смешных приколов. Но пишите все в комментариях автора. Ссылка опять же в описании. Подписывайтесь на автора, потому что это прикольная анимация. Реально круто же сделано. Если вам понравилась моя реакция, можете подписаться еще и в том числе на меня, там лайк поставить, подписаться на мою страничку ВКонтакте, допустим. И да. Всем удачки, всем пока-пока.